сей пасовец у его фора, тестя своего, священника Миямского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, к Хореву. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Он сказал: вот я, Господи. Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. Иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Амореев, Перезеев, Гергесеев, Евеев, Иевусеев.
сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я вышлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: я есть им сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. И скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. И сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал: я выведу вас из угнетения египетского. Землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, герсеев, евеев, ивусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушали голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к фараону царю египетскому, и скажите ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что фараон царь египетский не позволит вам идти.
если не принудить его рукою крепкой. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас, и дам народу всему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и обретете египтян.